Мы сейчас в гостях у Светы, моей крестной. Она живет за городом, в деревне. Мы специально к ней приехали, чтобы посадить цветы. У нас для этого есть вот такие вот семена. Видите, это у нас вот такие вот красивые цветочки, и мы будем их садить вот таким вот способом. Разрывай. Держи, помогай, Света. Держи, пока эти тоже вот так. Сейчас Света разрывает. Здесь меленькие, держите, просто помогайте. Меленькие семена. Я возьму их в руку. Все. И сделаю вот так вот. Ну, и идти цветни тоже туда, да? Вот так вот посеять. А можно я буду садить вот эти розы? Да. Да, сейчас будем садить. Вот так. А теперь мы возьмем грабельки. Дай все эти грабельки. И аккуратно. Да, а вы сейчас смотрите, будете мне помогать садить другие цветочки. Я буду. Да. А, вот будем делать ямочки. Разрывайте кулечки. Разрывайте кулечки и бросайте по пару семян в ямочки. Я вот эту. Да, смотрите, Света делает ямочки, а вы будете в ямочки ложить. Да, разрывайте. Так я не умею. Давай, Света, поможете разорвать. Вот, видите, какие семена? Садим семена вот в такие ямочки. Яша, мама. Да. Все, а теперь вот это Ася посадила, сейчас Света сделает для Таи ямочку. Таюся, вот ямочка, смотри. У меня еще остались. Таня, бросай, для Света делаю. Вот, делаем ямочки и бросай только не все, а по чуть-чуть. Это и это. Да, и туда чуть-чуть брось. А теперь давайте возьмем водичку. Я сама вот, буду лить. Вот. Ой, я можно? Да, я и полей. Да, и полейте цветочки. Я тоже первая. Мне. Саша, стояйте по очереди. Вот так и все? Да. Да, теперь ты две ямочки и это, Ася. И ты свои ямки обливай. А теперь, Ася, возьми и легенько сапочкой загреби цветочки. Ямочки закопай. Да, вот так вот. О. Вот. Молодец, полила цветочки, да? А потом я тоже. А зачем ты, зайчик, смотри, ты один садишь, а смотри, ты на цветочек стала. Цветочку было больно, отступай. Смотри, один садишь, один ломаешь. Я свои ямки закопала, теперь тайны. Мы его теперь тоже польем, чтобы он ожил. Тайны. А теперь тайны ямки позакапывай. Я хочу. Давай я кулек заберу, чтобы не мешал. И двумя ручками аккуратненько закапывай. Вот так. Только смотри, у тебя вот тут земельки много. Давай Света научим. Света, там еще осталось. Вот отсюда смотри, вот так земли много, и так пух, и вот эту ямочку, там где много земли, вот греби. Семена остались. Ты просто больше не приедем. Все работают. Все, Тае дали шланг, теперь не заберете.
Здесь у Светы курятник. Тут живут курочки. Я их поглажу. Подожди, надо ковер расстелить, потом включить шланг. Моя мочалка вот эта. Твоя мочалка вот эта, договорилась. Да, расстилаем ковер. Тая! Я тоже хочу. Ты хочешь стереть? Ну давай, прыгай. Ты помощник? Привет! Всем привет! Всем привет! Мы уже готовимся к Пасхе, отварили яйца, сейчас будем вот такие вот наклеечки на них цеплять. Да, Таюся? Давай. Да. Нужно предварительно надеть на яички их вот. Нет, так. Нет, это моя. А это Таюся. Таечка, смотри, вот так вот нужно. Уже есть. Посмотри, нет, пожалуйста. Вот так вот нужно надеть каждое яйцо и положить на тарелочку. Да. Одеваем. А сейчас я принесу кипяток. Будем это делать все очень аккуратно, чтобы не обжечься. Вот. Я еще не одела. Мама с кипятком. Осторожно, мама. Осторожно. Очень осторожно. Тая, отойди. Так. А теперь мы должны сделать вот такую вещь. Смотри. Нажать. Нет, мы берем на яичко, на ложечку кладем, чтобы было посередине эта бумажка. И вот так вот опускаем, опускаем, опускаем. Хоп! Опустили. Видишь, оно прилипло. Перевернули его так подольше, пусть там полежит. А он и тебе я. Тоже, да, нет? И сейчас я дам чистую тарелку. Давай тебе, да? Подожди, секундочку. Мне еще нет. Вот так аккуратно. Все, она, держи. Оно прилипло. А это, которое мы чуть-чуть подпортили, можно вот ножницами. Нет. Оно у нас как с таким штучкой получилось. Нет, давай красиво же. Ну вот, видишь, с такой вот, с таким кружочком. Мама, это тоже. Подержи его, еще должно оно быть в кипятке. Красиво же, можно не обрезать это. Да. Можно, в принципе. Вот оно сейчас завернется. В прошлом году мы красили яйца красками. Ну, в этом году решили все дело упростить. Просто наклеечки у нас будут, да? А почему? Так, все. Давай я заберу досточку с кипятком от вас. Пожалуйста.
дальше. Вот такие яички у нас получились. Позже, когда они высохнут, мы их положим в эту корзиночку. И перед Пасхой пойдем в церковь светить. Это секретные яйца. Все, теперь готовы они. Вот такая красота у нас получилась. Такие яички. И будем ждать ночи, чтобы пойти в церковь их светить. И если Тая проснется, мы ее тоже с собой возьмем. Да! Нам очень понравилась такая красота. Ася не проснется точно ночью, она любит все время спать, и так точно. Там уже с детками покушаем пасочки, яички. Ася тоже очень сильно хотела встать, и Тая, но не получилось у нас в этом году. Все хотели спать ночью. Сегодня Пасха. Поэтому мы режем пасочку. Христос воскрес. Когда мы поедим, мы пойдем немного им. Поиграем на площадке и покатаемся на досках. На, тебе кусочек. Я не маленький. Я не маленький. Давай ты отсюда скушаешь, держи. Держи, держи. Над моей тарелочкой, давай. Да? Половинку надо да. было видеть. Да. 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 Куда побежала, Тая? На площадке.